Уважаемые гости и подписчики моего канала, сегодня хотелось бы вам представить небольшой обзор вот такого замечательного инструмента. Это мультитул от компании Leatherman, который на обзор прислал мне официальный дилер Leatherman в России. Этот продукт производится в США и имеет очень отличное качество изготовления. Я пользуюсь им уже довольно долго, около 2,5 месяцев. Поставляется вот в такой вот коробке и имеет в комплекте вот такой чехол кожаный. Ну, чехол я пока не использую, он у меня ездит в лодке и в чехле пока не нуждается. Давайте рассмотрим основные инструменты, которые содержит данный мультитул. Итак, ну, как в принципе и все, большинство мультитулов, это плоскогубцы с резаком для мелких каких-то деталей. Далее мы, разблокируя, можем увидеть здесь вот такая вот пила. Так, и обратно блокировку снимая, мы ее задвигаем вовнутрь. Так, вот эта пила, кстати, ребята, скажу сразу от себя, вещь достаточно острая. И какой-то мелкий деревянный предмет перепилить не составляет особого труда. Так, ребята, давайте протестим пилу. Вот сырую березу перепиливает просто на ура. Любой толщины рез очень хороший. Но она и по остроте, и по своей разводке сразу видно, что будет перепиливать очень хорошо. Так, далее. Нож достаточно острый. Я им как таковым не пользуюсь. Но если где-то вдруг пригодится в быту рыбака, охотника, он достаточно острый и имеет хорошие показатели. Так, нож. Он не боится ни перекосов, ничего. У него очень крепкая сталь, соответственно, острота. Где-то что-то подтесать. Ну, просто вещь незаменимая. Острый и очень прочный, самое главное. Вот я... Имеет он фиксатор, видите? То есть, соответственно, вот я беру, он аж гнется. И бесполезно. Он просто тупо вот не ломается. Он играет и все. Имеет фиксатор и никогда у вас в руках не сложится. Вот здесь мы имеем 2 напильника. Один с алмазным напылением, как я понимаю. Здесь у нас более грубый напильник. И, кстати, ребята, хотелось бы отметить, что то, что качество стали у данного мультитула, оно просто на высоте. У меня много было различных мультитулов дешевых, дешевого сегмента. Так вот эти, допустим, резаки на плоскогубцах, они не ходили долго. То есть стоило перерезать какой-нибудь провод или более-менее потолще сталистую проволоку, они приходили в негодность. Здесь же сталь, я так понимаю, высокопрочная и никаких проблем с резкой и потом в последующем не вызывает. Вот здесь мы имеем вот такую вот отвертку. Все это блокируется специальным фиксатором, очень удобно. Раз, задвинули. Далее, здесь у нас маленькая отверточка фигурная. Очень удобная вещь, кстати, для мелких деталей особенно. Так, здесь у нас мы видим ножнички. Очень такая специфичная вещь в мультитуле. Здесь у нас градация, линейка с градацией.
То есть, ну, как правило, мне она не пригождается, но, может быть, кому-то где-то в быту может понадобиться. Использовал я, значит, плоскогубцы. Вот вы можете обратить внимание, здесь вот на зазубринах даже не осталось никаких следов. Я закручивал в машине гайки, и с противоположной стороны болта у меня стоял ключ на 19 с большим довольно рычагом, а вот этим инструментом я держал гайку. И вы знаете, ну, хват довольно сильный у меня был, гайка не проворачивалась, и самое главное, что нет вмятин, как на большинстве мультитулов. Я сколько их использовал, покупал вещь, потому что незаменимая и удобная. Везде сталь была не очень хорошего качества. Все заминалось, все закрывалось. Ну, было очень неудобно, просто тупо неудобно. Этот инструмент, да, он дорогой, но он имеет свои плюсы и стоит своих денег, я считаю. Ссылка, как всегда, на скидочку от моего канала и от компании официального дилера в России Лизермен я приложу в описании. Пожалуйста, переходите, смотрите, изучайте, заказывайте. Есть разные модели, каждому по вкусу подойдет. Есть больше, есть меньше. Вещь действительно удобная, ручаюсь за свои слова. Хоть и стоит недешево, но зато очень качественная вещь, которая пригодится любому мужчине, любому мужику в своем обиходе, в своем кармане, как говорится. Спасибо за просмотр. Все ссылки на магазин и скидки будут в описании.